да, 3 тысячи на чем не хватает, да, говорит, на зубы надо минимум, говорит, 100 тысяч. Он мне говорит, Эльма, у тебя документы есть? Я говорю, да, у меня документы, ну, есть, говорю, да, документы. Какие документы? Ну, имеет в виду паспорт. А? Паспорт, говорит, есть, да, я говорю, да, есть паспорт, имеет. А дети прописаны, что? Я говорю, ну, я в городе, в Мадеевском районе прописаны. Блин, раз я у меня тут же сразу, тут, он, я не знаю, да, он тут же мне сразу, можно там, в пределах разговора, мне говорит, ты, мам, говорит, помоги, пожалуйста, у меня, говорит, проблемы с документами. Дом, говорит, на мою жену только перепишешь, говорит, и все. Я говорю, а ты, какой дом? Он мне говорит, дом там, говорит, есть, говорит, я просто его на себя, говорит, оформить не могу, говорит. Я, говорит, на тебя этот дом оформлю, а ты потом перепишешь на, ну, на... Он мне так говорил, что это его жена. Ну, я там документы не проверял, он не сказал на его жену. Я говорю, а там, ну как, я же тоже все равно же как-то в школе учился, все равно. Я говорю, там этот, там ничего нету, незаконно. Он говорит, нет, ты ему, говорит, зайдешь в нотариус, там, все, нотариус, все документы, все, вот, просто. А чей дом он сказал? Он мне тогда еще не сказал, он мне просто дом сказал. Потом, да, потом мы, когда я уточнил, он мне говорит, нет, ты ему ничего не будет, я тебе, говорит, помогу зубы поставить. Он мне так сказал. Я говорю, я вообще-то говорю, спрашивал, там если есть, это тоже проверить можно. Я ходил, спрашивал, там есть зубник Тургенев. Он мне говорил, 100 тысяч ты ему это, и за 100 тысяч тебе можно зубы поставить. Я ему говорю, ты, я спрашивал, там надо около 100 тысяч. Он говорит, ты ему, я тебе помогу зубы. Ты мне, говорит, помоги, я тебе, говорит, зубы помогу. Только, говорит, это, дай мне, говорит, паспорт, чтобы это, потому что у меня там, ну, с этими документами, чтобы я сразу на тебя, говорит, его переоформил. Я говорю, смотри, ну, я ему говорю, смотри там, потому что мотались, пойдем, если там что-то незаконно будет, это, чтобы потом не было. Он говорит, нет, все законно будет. Я ему дал паспорт, все, он опять уехал, а, дал он мне опять деньги. Деньги он мне опять дал. Я опять сам попросил у него, деньги он мне дал. Он мне тогда дал, второй раз он мне тогда почти 400 дал. И в этот раз он мне почти около 700, почти 600 чем-то деньги это было. Для чего? Ну, я у него попросил, да, на выпить. Он видит, от меня же передан идет, он же видит. Он понял, для чего я просил. Он мне дал, все, говорит, Эльман, я, короче, приеду через там неделю, он мне сказал, 10 дней, что-то такое он мне сказал, я приеду, и мы поедем. Теперь проходит какое-то время, теперь около недели, может, даже больше его нету. Теперь я думаю, где мои документы, где его искать теперь. Я-то не знаю, где он проживает. Я теперь уже занервничал. Куда-то завтра поеду, в город там или что-нибудь, вдруг с работы чем получится. Вдруг документы нужны, что все равно же в город уезжать. Нету его. Потом он появляется, когда я только так там день-два что-то подумал, опять там пьяный был, опять, можно сказать, день-два опять про него забыл, он опять появляется. Мне говорит, Эйма, поехали. Все, там только поедешь, этого сделаешь. Мы едем, я ему говорю по дороге, ты меня чуть-чуть болею, мне возьми, выпей что-нибудь. Он говорит, все, Эйма, проблем нету. Мы заехали, он там в магазине, блядь, чекушку взял мне, чекушку купил. Я в машине ее выпил половину. И теперь мы в город едем, теперь пока сыка в город едешь, теперь уже к городу подъезжаем, туда-сюда, я теперь взял, ее опять выпил, короче, остальное, что оставалось, опять выпил. Ее выпил, мы приехали в город, зашли в нотариус, где-то по городу, я такие, ну как-то это, да, не знаю, да, весь город. Приехали в город, он мне завез нотариус, мы туда зашли, нотариус, он раз что-то с этой женщиной, ну, с этой нотариусом, ей какие-то документы, все, у него уже документы, все. Я теперь, она теперь мне дает документы. А дома, я вот не знаю, там это улица, я, ну, мне дал эти документы, она дала мне эти документы. Кто они? Женщина. Ну, которая как? Нотариус. А, нотариус? Да. Я теперь, ну, она, я думаю, что-то посмотрели, ознакомься, что-то мне дала. Я, да, я говорю, что надо еще делать? И говорю, что еще, да, зачем я сюда пришел, что надо еще делать? Она мне говорит, вот здесь пиши. Я когда начал писать, ну, у меня почерк, да, и я выпивший, и, короче, начал, ну, буквы плывут, да,
И она раз на меня посмотрела, увидит мой, да, алкаш, да, думает, откуда у тебя такой дом, да? То я уже потом догадался, что она тоже так могла подумать, откуда у меня такой дом может быть. И она мне говорит, нет, стой, стой, стой. Раз, ему говорит, и он этот, не может нормально писать, я как оформлять буду. Он как криво или мурево пишет. Короче, и раз-раз она начала, как бы это, ну, не соглашаться, да? Теперь он мне говорит, пойдем к себе, раз вышел, вывел меня на улицу. Мне говорит, ты что якобы напился, да, я говорю, ты что делаешь, да? Я говорю, ты, какая разница, там, что надо сделать, расписаться в ваш дом, заберите меня, отпустите, я здесь причем, да? Нас, этот нотариус выгнал, все, он не согласился, потом, когда он мне сказал, потом он опять зашел, что-то, я не знаю, о чем он там с ним поговорил, но она, короче, не согласилась. Мы поехали, другой нотариус приехали, они мне по дороге купили маску на лицо, которую ездят. Медицинская? Да, ну, чтобы отменили запах, и жвачку мне купили. И все, Тельма только настроился, я говорю, да, я говорю, ты ему там только роспиши поставить надо, что там, что настраиваться. Все, только ты это, нормально роспись поставь, я говорю, все, поставлю. Мы опять другой нотариус приехали, зашли, все документы, я не знаю, как это ничего делается, все документы, вот они. И она мне дала вот этот листок, и пиши мне, говорит, ну, заполняй, да? А нет, она мне когда дала, вот дом, откуда вам достался этот дом? Спрашивай. Да, а он же мне сказал, когда мы ехали, он мне сказал честно, это было, он мне по дороге сказал, скажешь, что если спросит, куда у тебя дом, ты взял у этой, кореянка тебе, женщина, она сейчас в Китае, кореянка. Ты у нее, она тебе отдала этот дом за то, что там должна, короче, там что-то товары, что такое, да, долг, она тебе должна, она тебе этот дом отдала. За долг? Да, за долг. Ну, я думаю, ну ладно, так скажу. И теперь я ей так говорю, она говорит, вот, должна была, дала мне, да, деньги, я говорю, не знаю, вот. Она мне говорит, ладно, тогда пиши мне, говорит. И мне дала форматный лист, и я начал заполнять, начал писать, и медленно, чуть тиховато пишу, чтобы аккуратно, да, чтобы опять себе сейчас, он сейчас не начал на меня опять кричать. Я аккуратно пишу, и женщина, его жена, я так знаю, что это его жена, на самом деле я ее не знаю, но знаю, кто. Она еще говорит, давайте я за него напишу, а то он это плохо пишет, у него образование плохое, плохо пишет. Так говорит, нет, пусть он сам пишет. Я вот сам написал, прям вот так вот, как на этом столе вот так сидели. Написал, расписался этой женщине там бумажку, да, или что, она как будто хозяйка теперь сам. Я встал, вышел, вот он мне который деньги дал, 2,5. 2,500, да, 2,500 или 2,400 он мне дал эти деньги на дорогу. И я встал, и я вот так с этой бухгалтерии вышел с этой нотариусом. И что там было, я вот близко не знаю, и после этого ни Аюба, никого я не видел, и никаких зубов я тоже не видел. Обещал поставить зубы, но не выполнил обещание. Да мне просто это зубы комплексуют, да. Я думал, помогу, да, человеку, может, зубы поставить, да, я на эти зубы так не могу, да, заработать. Я что, 3000 если получаю, я не или зубы ставить, и кушать надо, что-то же сыночек, человек каждый день кушать, курить хочет. Вот, все как было, я вот честно, вот, любые документы все проверяйте. Я нигде там, вот честно по-человечески, я нигде там не присутствовал, кроме вот нотариуса. Все, вот нотариус расписался, никаких денег мне никто ничего не давал, ни при нотариусе, нигде мне деньги не давали. Потому что если деньги давали, это я не знаю, при каком присутствии такую сумму давали. Нигде я не присутствовал, ни при каких документах я не присутствовал, нигде. Вот, клянусь, вот, честно, вот, по-человечески, из меня просто вот делали жертву. Нотариус вот задавал вам вопросы относительно того, что именно вы хотите продать, за какую цену? Она когда мне документ давала, ну вот бумажку дала мне, когда там было написано за 25 миллионов, она мне говорит, она мне только сказала, откуда вы этот дом взяли? А этот мне сказал же, это кореянка, она сейчас в Китае, вот она там должна была за какой-то товар, или чего мне сказал? Короче, она мне должна была за какой-то товар, а так он мне не сказал, за какой товар я. Ну и она не спрашивала. За какой-то, я говорю, а вот она мне должна была, вот. Нет, я спрашивал, нотариус спросила, что вы хотите продать и за сколько хотите продать? Нотариус.
когда вот заключается? Ну, когда оформляли уже нотариуса. Она мне сказала, да. Вы за 25 миллионов, да, тенге хотите продать, да, это дом? Я говорю, да, вот как здесь написано, так я и хочу его продать. Она мне все, вот так, так напиши, потом распишись. И потом этой женщине документы, эту бумажку отдал, нотариусу отдал, мне сказали, все, я говорю, все, я не нужен, ну, нотариусу нотариусу сказал, я говорю, все, я больше не нужен, она говорит, нет, все, не нужен. И я вышел, и они там остались, и Алюк мне еще в машине говорил, когда мы ехали, он мне говорил, там распишешься, все сделаешь, я тебе сам Тургенев найду, и тебе там поставлю, зуб, где ты там спрашивал, сколько тебе, ну, 100 тысяч тенге, он мне говорил. Ну, как я ему сказал, 100 тысяч тенге, он где-то там говорил 100 тысяч тенге, там мы тебе зубы поставим, все, езжай, я тебя сам найду. Все, я вот так вышел с нотариуса, я больше, честно, я никого не видел, и никого ничего. Вот то, что я вот, меня не было, ну, месяц, может даже месяца полтора, я в садах работал, когда сборы яблок идут, там работа хорошая идет, я там был, и вот пришел домой, там, ну, зарабатывал деньги, домой пришел, и на меня Серега, вот этот зять мой, начал, ну, не орать, начал, говорит, что там натворил, говорит, там, следователь приезжал, я, говорит, ездил туда, там, ты какой-то мошенник, что сделал, я говорю, как, Серега, он говорит, да, я говорю, ты, Серега, я просто, мне это, попросили, я роспись, я денег, ничего не видел, Серега, какие деньги могут быть за такие деньги, я вот, да я, убился бы за эти 100 тысяч тенге, я бы себе зубы поставил бы. Я говорю, я ничего, Серега, не видел, вот так был. Он мне говорит, ты иди лучше туда по-хорошему, потому что, говорит, все равно тебя дома найдут. Если ты в розыске, тебя найдут. Иди лучше, расскажи, как все было. Тогда еще тебе еще могут что-то. А если не пойдешь дома, то я не знаю, где ты прятаться собрался. Они спрашивают тебя, приезжают некие там эти исыски. Честно, я всю правду рассказал. Все так и было. Вот в камеру я все рассказываю правду. Нотариус спросил у вас, получили ли вы эти 25 минут деньги за дом? Не спрашивал. Не спрашивал. Потому что если бы он спросил, я бы помнил. А он не спрашивал меня. И эти деньги при нотариусе нигде эти денег не фигурировали, потому что я встал и ушел, они там остались. И вот эта женщина-казашка сидела, я же говорил с вами, что какая-то женщина-казашка сидела, что-то наподобие покупательницы или что, она с ней разговаривала, когда я писал, она с этой русской говорила, сейчас я так напишу и краем ухом слышу, она ей говорит, вот мой муж поехал в банк, сейчас муж мой приедет, и мы, ну, будем договариваться, да? И все, я вот это только вот слышал, вот какая-то женщина-казашка была в этом нотариусе. Там еще была? Да, да, какая-то женщина. Но я так понял, что якобы я сейчас доверенность выписываю, и они это, сразу ей продают, и что делают, черт его знает. Сейчас. Там еще была какая-то женщина-казашка, да? Да, в этом нотариусе. И вы подумали, что это она покупательница? А я не подумал, она говорила ей, сейчас мой муж, этот, как его, в банке что-то, сейчас банка приедет, мы здесь, ну, договоримся, да, ей говорит. Кому? Мотаешься? Нет, вот этой русской. На кого я вот это доверенность сделал, это, она жена его, что ли, то она, не знаю, это русская, я ни разу не видел, но он так не сказал, что на жену надо. Женщина, она говорила жене Аюба, что... Сейчас? Да. Приедет ее муж, да? Да, с банка. Это я точно слышал, она сказала, с банка, мой муж приедет, и это, ну, короче, и поговорим, да, договоримся или поговорим. О чем? Ну, по поводу дома, наверное, о чем они еще могут говорить. Я не знаю, я так понял, что она покупательница была, потому что, что бы она там сидела бы с этой русской женщиной, о чем я говорю. Собирается купить, да, дом? Да. По-моему, так, потому что иначе это... Она бы с ней не разговаривала, потому что она с ней сидит и разговаривает. Я уже там все доскональные слова не слышал, но я смысл понял, о чем они говорят. А вообще вы понимаете, что происходило у нотариуса?
Я понимал, ну я понимал... Что именно происходило? Ну, я понимал то, что происходит, вроде все по закону. Вот честно, вот, что я только... Вот ну, это только в этот день, вот это 12 февраля 2016 года, у нотариуса, я это по документам я сужу, вы выступили продавцом дома по доверенности. Да, я уже... А покупателем была вот эта же... Женщина. Женщина, да. Русская, говорите, да? Да, да. Европейская женщина. Да, да. Которая ее представила как свою жену, да? Да, да. И это... Данные этой женщины, помните, анкеты? Честно, вот я знаю, я только ее... Если я ее вижу, я ее на лицо, а вот и на имена у меня... Ну, не то, что совсем память плохая, но на лицо я ее точно знаю. Она русская, невысокая, вот как я ростом, чуть-чуть бухловатая была. Вот такая. А это... Дело в том, что в материалах дела есть еще доверенность от 10 февраля на продажу дома, да? Точнее, было написано. Вы вот что можете пояснить по этому поводу, вот, согласно этой доверенности? Кто вам дал эту доверенность? Вот. Вы же на основании этой доверенности 12 февраля продали. Вот я и говорю, хочу. Вот теперь я вот тоже... Вот я не знаю, как это проверить, да, это не мои компетенции. Ну как, я не образованный человек. Вот можно хоть где проверить, кроме паспорта, я нигде не присутствую, только паспорт ему давал. Кому? Вот, Аюку. Uh-huh. И все, и потом он приехал, и все документы были готовы. Я не знаю, что и как это, эти документы делались. Клянусь, я не знаю. Какие у него там связи, и с кем он там, ну, куда-то заходил, какие-то же связи есть, там же все равно же люди есть, скажут, вот он был или я там не был. Я нигде не был. Вот я только вот один раз был. Ну, два раза. То нотариус, и вот в этом. Вот только что вот этот дом надо было переписать на эту женщину. Я вот переписал, и я оттуда вышел. Нигде я больше, ничего не был. Нигде я, нигде не... Только мой паспорт был где-то. Сейчас он будет. Аюба оформили? Да. Вы говорите, что не видели после этого Аюба. А я говорю, 24 марта есть, от 24 марта есть расписка. По 4 марта, что согласно этой расписке мы получили. Это как же так же, как и документы сделали, как же они задним числом что-то сделали. Сейчас я покажу. Я расписку. Да, я расписку. Ладно, а где я ее получал? В каком-то нотариусе я получал деньги, да? А в каком там указано? Что за нотариус? Кто подтвердить может, что эти деньги я в присутствии чего-то получал? Я честно никого не хочу обманывать, ничего, да, вот я вам как есть рассказываю, да, и как есть мне просто, пожалуйста. Я вам не могу просто. Я вам не верю. Просто я честно ничего не делал. Я и буду сотрудничать, и буду, что надо, буду все это этого делать. Просто вот так меня взял человек, просто как, я не знаю, как кого использовал. Ну, моя вина есть, если бы не пил, так не использовал. Я никакую расписку не писал. Никакую расписку я не писал, своих рук я ничего больше не писал. Ну, вы же говорите, у нотариуса написали... Нет, вот в этом нотариусе я писал то, что я ей дома даю. Нет, а то, что 25 миллионов получили, а в этом расписку писали? Вот эту бумагу я какую-то писал, но это было... Получили деньги. Но это было все в этом нотариусе. Все в феврале, не в марте, да? Нет. Я в этом вот в каком была эта сделка, ну, с этими документами, которые я ей переписал, да? То есть у нотариуса вы всего один раз были, да? Вот когда продавали, да. Даже и расписку писали. Да. Ну, я писал, что я... Нет, вы встретились первый раз когда? После того, как вы шашлычной знакомились, там общались, после этого сколько лет не видели? Почти 6 лет, ну 5. Да, 5 лет мы виделись. И первый раз, после 5-летнего вот именно перерыва, увиделись в феврале, да? Когда отдали ему документы, да, свои? Да, документы. Удостоверение личности. И после того, как поехали к нотариусу, это уже сколько времени прошло? Через сколько дней? Когда я ему отдал? Ну, отдали в феврале. Да. Ну. Не более, может, 15, может, 17 дней, потому что я уже, когда он мне сказал, через неделю, а потом я, когда уже неделя прошла, ну, там, может, там, я не знаю, как день, да, и
И потом я... Нет, первый раз вы когда отдали ему удостоверение, когда было? Какого февраля? В начале февраля, в конце. Ох, моя... Почему март тогда фигурирует? А вот, расписку я вам покажу. Первый раз же на вас доверенность оформили, что вы можете продать вот этот дом или Корьянке, да? Да. Дом принадлежал, значит, Корьянке. Это вы писали, Вася? Да, это я писал. Ну вот, это же 24 марта, это, значит, мы были у нотариуса. Вот когда этот дом продали. Нет, 2 марта. А 2 марта? Да, то есть 2 марта, да. Вот, вот это было один раз, я вот эту, вот я эту бумагу на форматном листе писал, да, я писал, я... Нет, вот я один раз только писал. Вы говорите, один раз я не смог написать, меня другой нотариус увезли. Ага. И вот в этом вот я нотариусу написал, вот эту бумагу, и вот в этой бумаге они, значит, дом как-то что-то переоформили, что они с ним сделали. Я даже не знаю, что они с ним сделали. Да. Вы здесь пишите, что получили вот от русской Натальи Алексеевны 25 миллионов. Ну вот он мне так и сказал, ты на дом переоформляй, а вот ты деньги взял, ничего я сделал. Я говорю, вы же не получали деньги, зачем вы это пишете, что вы получили эти деньги? Он мне к чему говорил, когда это все было? Он мне говорил, Дэма, все законно, ничего не переживай. Как есть, вот так пиши, ничего не будет, все законно. Как может быть законно, это уже когда вводите в заблуждение и нотариуса, и себя самого, когда это самое позволяете обманывать. Дайте мне список. Это было 2 марта, то есть 12 февраля вы продаете дом, это раз вы были у нотариуса, а 2 марта, вот вы пишете расписку уже, вот 2 марта это уже у другого нотариуса. А 2 марта вы были уже у другого нотариуса, где писали вот расписку вот такую. Вот, кстати, ваше заявление. Я, Османов Тельман Байрамович, так, настоящее заявление подтверждаю, что действительно получил в полном объеме денежную сумму в размере 25 миллионов тенге. Это ваша подпись? Вы писали? Вот у нотариуса. Это уже у другого нотариуса. Не путайте. Вы писали? Ну, что-то мой. Подпись ваша? Да. Ну вот расскажите, как, когда это вы написали, почему вы написали такого содержания? А это, подождите, можно посмотреть, какого это? 2 марта это уже было. А там? Тоже 2 марта. Ну все это значит, все в одном нотариусе было в один день. Не в один день, до этого вот, в 12 февраля это было, когда вы говорите, переоформили, на самом деле это была сделка купли-продажи, где вы выступили продавцом. А договор от 12 февраля? Да, договор от 12 февраля купли-продажи. А это уже у другого нотариуса происходит. Вот я и про это спрашиваю. Когда, при каких обстоятельствах вы написали эту расписку и заявление подписали у нотариуса? Кто вас попросил? Почему вы написали, что, ну, вот такого содержания расписку, что получили от Даровской 25 миллионов тенге? Да? Помните? Нет, я вот это заявление точно помню, я писал. Ну, когда я писал, ну, еще до этого, да, он мне говорил, что это, все подпиши, все напиши, а это, и все нормально, да, Тельман? Нет, ничего. Вот это вы подписывали, это ваша подпись? Да, это мой почерк и мой подпись, это я это не буду отказываться. Нет, а когда же писали, при каких обстоятельствах, зачем написали так? Это уже 2 марта. Это уже 2 марта. И там 2 марта. Да, да. Ну нет, да, пускайте это 2 марта. Вы поняли вопрос, вы 12 февраля оформляете договор купли-продажи, когда первый раз вас повезли, да, вот вы выпили там вот эту чекушку, да, один к одному нотариусу не получилось, ко второму, и вы оформили договор купли-продажи. У вас нотариус спросил, получили вы деньги, вы говорите, да, получили. Все, потом 2 марта вы снова едете к нотариусу, или как получилось, что вы оказались у в городе, это городской нотариус, видите, город. Это уже другой нотариус. Да, уже вы пишете нотариус. Расписку и заявление подписываете. Что вы получили? Да, я получил, так по их словам, как они... Нет, кто вас туда в нотариусу привез? Сами вы приедете, говорите, всего один раз были. Получается, да. Вы 2 раза были у нотариуса? Вы сыки были, да, вот где вы это оформляли? Или когда? Только здесь вы продажу тоже сыки, да? Нет, здесь оформляли. Хорошо. Вот я вас спрашиваю, вас туда, это Тельман.
Кто вас привез во второй раз? А там кто? Другой нотариус, да? Это уже другой нотариус, да. Они меня и привезли. Кто привез? Вот именно вот этот, жена, правда, там была, вот именно он меня туда привез. Вы просто путаетесь, наверное, в событиях. Нет, подождите. Меня, кроме этого, Малика, да, тоже, по-моему. Кто такой? Который меня возил, который эти документы делал. Аюб. Аюб. Вот он меня и возил. Он меня возил в один нотариус, там не получилось. Он мне повез в другой нотариус. Ну это да, в один день было, я знаю. А потом теперь это уже другой день, 2 марта написано здесь. Вы пишите заявление и расписку. Ничего не можете пояснить. Получается, 2 раза вас свозили, да, к нотариусу? Состояние здоровья. Подпись ваша, да? Да. Следственное действие идет. Так как не помню, да? Брать ничего не буду, это все мое, да, моя подпись, я вижу. Ну помните, когда вы написали это? При каких обстоятельствах? При обстоятельствах, что они меня только привезли в этот нотариус, чтобы я там только расписался и вот эту вот бумагу написал. Вот эту бумагу я точно помню, подписал. А вот это, когда я подписывал, я не могу понять. Но это все мое, я не отказываюсь.